Здравствуйте. В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем о советской истории. Я – доктор исторических наук Владимир Александрович Невежин. Тема сегодняшней передачи – маршал Жуков, полководец Победы. Георгий Константинович Жуков является одним из виднейших полководцев Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Он был командующим резервным Ленинградским, Западным, Первым Украинским, Первым Белорусским фронтами. Жуков являлся заместителем Верховного Главнокомандующего Народного комиссара обороны, был представителем Ставки Верховного Главнокомандования на фронтах Великой Отечественной войны. Он непосредственно участвовал в подготовке и осуществлении целого ряда победоносных операций периода Великой Отечественной войны. 8 мая 1945 года по поручению Ставки Верховного Главнокомандования он подписал акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Однако в последнее время в средствах массовой информации, особенно в публицистике, мы обнаруживаем целый ряд материалов, которые критически оценивают деятельность Жукова как полководца Великой Отечественной войны. Даже встречаются в целом ряде случаев прямые нападки и клевета на Георгия Константиновича Жукова. В чем же причина этого явления? Во-первых, здесь можно обнаружить такую тенденцию, что некоторые политически ангажированные персонажи не могут простить Жукову его большого вклада в победу в Великой Отечественной войне. Во-вторых, здесь проявляется определенная тенденция возложить на советское военное руководство все неудачи, ответственность за поражения и потери в годы Великой Отечественной войны. Между тем, хорошо известно, что Георгий Константинович Жуков был требовательным и пунктуальным человеком. Он часто, как представитель Ставки Верховного Командования, выезжал на фронт и принимал решения, которые приводили к положительным результатам. Есть еще одна тенденция, которая проявляется в публицистике при характеристике Георгия Константиновича Жукова. Это проявление просто некомпетентности некоторых авторов, пишущих о Великой Отечественной войне, и о вкладе в победу Георгия Константиновича Жукова. Например, пишут о жесткости и определенной жестокости Жукова, который в ходе наступательной операции под Москвой допустил потери своего Западного фронта в количестве 190 тысяч человек. Эти потери сравниваются с потерями Калининского фронта, которыми командовал Конев, 27 тысяч человек. Но если мы возьмем абсолютные показатели численности Западного фронта накануне наступления – 700 тысяч человек, а Калининского фронта – 190 тысяч человек, то есть разница в 3,5 раза, то мы поймем, что эти потери вполне сопоставимы и никакой жесткости, никакой жестокости здесь как бы не проявлялось. Конечно, у Жукова были определенные недостатки, какая-то твердость характера, которая не всем нравилась, проявление такого даже некоторого начальственного своеволия, но эти все его действия были оправданы тем, что он выступал как представитель Ставки Верховного Командования. Надо отметить, что заслуги Жукова
его вклад в победу были оценены союзниками по антигитлеровской коалиции. И есть еще один очень примечательный факт. Спустя две недели после капитуляции нацистской Германии в Москве 24 мая 1945 года был устроен грандиозный прием, банкет в Большом Кремлевском дворце. На этом банкете чествовали командующих войсками Красной Армии. В президиуме Большого Кремлевского дворца в Георгиевском зале присутствовали Сталин, члены Политбюро, Государственного комитета обороны, видные военачальники. В качестве тамады на этом банкете выступал Молотов. И первый свой тост он провозгласил за командующего Первым Белорусским фронтом маршала Советского Союза Жукова, который внес огромный вклад в победу и который командовал Первым Белорусским фронтом в Берлинской операции. В целом, необходимо отметить, что в настоящее время о Жукове пишут и в положительном плане, и в отрицательном плане. С одной стороны, некоторые авторы считают Жукова злым гением Сталина, его обвиняют во всех неудачах и в огромных людских потерях в годы Великой Отечественной войны. Другие авторы, наоборот, считают, что Жуков всегда действовал сообразно ситуации и так, как необходимо настоящему военачальнику и полководству. И эти авторы придерживаются мнения, что Жуков был настоящим талантливым полководцем, который внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как представляется, объективная картина и портрет Жукова как полководца возможны только при очень внимательном, тщательном использовании заслуживающих внимания источников и при непредвзятой позиции тех, кто пишет о великом полководце. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «7 дней истории». В этот день мы рассказываем о советской истории. А завтра мы расскажем вам о событиях всемирной истории, произошедших в 20 веке.